онлайн-сервис для коллективного создания рисунка. Это большая белая доска, на которой можно рисовать. Для начала работы нет необходимости регистрироваться, хотя можно и зарегистрироваться. Мы с вами пока регистрироваться не будем, просто воспользуемся возможностью создать сессию. Вот мы создали с вами сессию, он предлагает дать имя пользователю. Это ссылка на доску, которую можно отправить детям или коллегам, или участникам какого-то проекта, и с помощью вот этой доски можно будет совместно рисовать. Это код для встраивания этой доски, которая чистой доски, которую можем использовать. Как работает? Здесь достаточно много инструментов, большая цветная палитра, инструмент кисть, размер кисти меняется. Выбрав цвет какой-нибудь, выберем что-нибудь поменьше, это можно свернуть. Развернуть на весь экран, но мы с вами разворачивать не будем. И попробуем что-либо изобразить. У нас есть возможность делать прямые линии. Сейчас мы соорудим настоящий чудо-трактор. Также возможно сделать кривые линии. Залить краской. Дальше есть возможность пописать. Пишут, к сожалению, только на английском языке. Но там, где приклеить, там это будет сохраняться. Это выбранный цвет, который нам показывает, каким цветом будем сейчас работать. Эту работу можем сохранить. Вот, пожалуйста, рисунок и ссылка на этот рисунок. Поделиться в социальных сетях и скопировать рисунок и использовать в своей работе. Ну, в принципе, все.